пределах городской черты появится еще одна аллея. В субботу школьники высадили рядом с северным аэродромом по трассе Иванова-Фурмана в 70 саженцев рябины. Аллея, по задумке представителей Комитета по лесному хозяйству, посвящена юбилейной годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая будет широко отмечаться в будущем году. Специалисты сочли, что рябина – оптимальное растение для аллеи. Деревья не требуют дополнительного ухода и прекрасно приживутся в этих условиях. Она достаточно неприхотливая и красивая. Осенью, весной будет эта аллейка хорошо смотреться на выезде из города Иваново. Мы будем ежегодно проводить, контролировать. Конечно, может быть, не все и отлично приживутся, так скажем. То есть мы будем подкармливать, мы будем подсаживать, если потребуется, для того, чтобы аллея выглядела целостно и красиво. Школьников разделили на пары. Им необходимо было посадить саженцы в заранее выкопанную лунку и засыпать корни растений удобрениями. Пока молоденькие деревца, им от 2 до 4 лет, даже отдаленно не напоминают рябину. Для того, чтобы саженцы стали похожи на взрослые растения, потребуется еще 5-6 лет. Первый зампред правительства региона Андрей Кабанов, плохо узнаваемый без традиционного делового костюма, также принял участие в посадке. У нас почти во всех песнях звучит, помните, то березка, то рябинка. И прекрасно, что мы вспомнили, это наше исконно русское дерево сегодня, и сажаем сегодня аллею не из привезенных откуда-то каких-то вычурных деревьев, а вот из нашей исконно русской рябины, которая будет здесь расти и на радость людям, и на радость птицам. По мнению организаторов мероприятия, лучший урок труда для школьников должен проходить именно в таком режиме – на открытом воздухе с выполнением полезной не только для ребят, но и для всего города задачей. Для большинства учащихся этот опыт посадки деревьев был первым. Очень увлекательно и интересно вот посадка деревьев. Мы никогда еще таким не занимались, и очень сплочает коллектив. И когда я буду проезжать здесь через несколько лет и своим детям показывать, вот это я посадила, или с друзьями, и с родителями. Хочется верить, что эта посадка не повторит печальную судьбу аллеи памяти жертв ДТП. Там деревья не приживаются уже несколько лет подряд и регулярно гибнут. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.